Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 158. На ребрах куба взяты точки О и П, как на рисунке. Пересекает ли прямая ОП данные прямые? Итак, ОП. Пересекает ли прямую АД? Если продолжить, прямая не имеет ни начала, ни конца, то прямая ОП пересечет прямую АД, так как эти две прямых лежат в одной плоскости. Итак, ОП пересекает прямую АД. Теперь разберем. ОП пересекает ли прямую МЛ? Прямая ОП и прямая МЛ лежат в разных плоскостях. МЛ – это грань МЛНК, а ОП – это грань АБЦД. Эти грани параллельны, и поэтому эти прямые не пересекутся. Еще раз, они лежат в разных плоскостях. Выясним, пересекает ли ОП прямую АБ. Так как прямая ОП и АБ лежат в одной и той же плоскости, на грани АБЦД, то они пересекаются. ОП и ДН. ОП, еще раз, лежит в плоскости АБЦД. ДН лежит в плоскости АКНД. Эти прямые не пересекаются, они лежат в разных плоскостях. И последнее. Прямая ОП и прямая БМ. ОП в плоскости АБЦД. БМ в плоскости или БМЛЦ или в плоскости БМКА. Но это разные плоскости. Соответственно, эти прямые не пересекаются. Чтобы это увидеть, можно воспользоваться либо моделью куба, либо в качестве прямых можно использовать карандаши, вязальные спицы и так далее. То есть построить куб из подручных материалов. И действительно, на этом примере, на модели, посмотреть, пересекаются прямые или нет. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.